Что, самое сложное — это перетащить мое тело, хотя не самое тяжелое, 80 килограмм, с одной части кровати на другую, а теперь это делать автоматически, по волшебству. И главное, никаких усилий. Все, лежу. Есть один пульт, который ты нажимаешь руками, а второй пульт можно нажимать вообще ногами, тогда обе руки будут свободны. Но у меня второе положение, я там полночи сплю на животе. Все, кто попробовал, все уже оценили. Цепляем подъемный кран и поехали. Обычная кровать.